Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос, мы играем в Custom Hero Legends. Надеюсь, в этот раз я не буду ни на кого ставить деньги, потому что в прошлый раз я все ставки слил, проиграл все, квартиру даже теперь должен какому-то человеку, ну, вообще жесть. Мне. Я повторю, наверное, да, потому что видео включили. У моего героя как пассивка выделена, да, то есть это не просто так, типа огромный бонус кагил за левел. Ну, типа, каждый раз, когда герой поднимает левел в Warcraft, ему обычно статы дают. Знаете, сколько это? 4. Написано huge. Не написано же great, типа супер-мега. Это тоже на самом деле довольно много. Ты чем-то недоволен? Вон мяснику там 4 агилы дают раз в сколько-то там минут, и то не дают. Мне тоже 6% урона, одна броня за каждый левел. Он нормально. Так, я, короче, теперь решил звездопад заюзать. У меня звездопад, кстати, вот из крутого. Я, кстати, стал первым волны проходить. Сейчас главное в ставки не ввязаться, и все будет вообще зашибись. Так, ман. О, я получил вместо 4 интеллекта 3 интеллекта. За что? Я 5 получил агилу в этот раз. Может, с каждым уровнем больше? Вместо 4 3. Ну ты просто же еще бронзу получаешь. Ну написано 4. Ну ладно, может, мне кажется. Может, я все-таки получил. Нет, 23 плюс. Ничего не понял. Я, короче, понял, она сейчас на это. Я знаю, на кого надо ставить деньги. О, а на кого надо ставить деньги-то? Знаешь, когда 2 секунды останется, чтобы никто не узнал. А кто сильный, Shadow Storm или Дима? Почему у меня уполовинивается ставка, я понять не могу. Очень хороший вопрос. Здесь не знаете улын, я же рассказывал. А-а-а. Shadow Storm, а что у тебя есть вообще? Ты сильный? У меня есть. Я не знаю. Вроде бы я не уваншотаю его, но у меня больше шансов. Я сотку на Shadow Storm поставил. А, стоп! Я не на того смотрел, я не с тем дерусь вообще. Shadow Storm, Shadow Storm, кричи этим мужиком, вот этим каменным. А, точно. О, давай, Shadow Storm. Блин, ну я же сказал, что не буду ставки делать, ну что ж такое-то, а? Нормально, смотри. Не, лучшая сотка в моей жизни, надеюсь, все на Диму поставили. 62 голды. Ну я знаю, в прошлый раз я тоже две ставки первые выиграл. Эта игра заманивает, короче. А потом... Она дает тебе почувствовать себя лучше, а потом такая... Да, на тебе отдых. Так, надо... Ну еще это... Будут скиллы давать. Ой, мама как залагала. А, все, плакала. Что-то, кстати, Great Plow очень слабо их улучшает. Сейчас, вот смотрите, сейчас дадут две билки. Справа же написано, сейчас две билки. А, через 3 секунды сейчас дадут Да. 4 билки. И сейчас будет написано время, когда их не дадут уже выбирать. О, отлично! Прекрасно! Реально давали так-то. Это просто... Так, кабанов дает. О, горелка. Горелка, найс. Я стал резко гарпать сильнее. А мне горелка вообще не понравилась. О, я ее репикнул. А у меня, короче, смотрите, звездопад, горелка и щит молнии. Я буду просто стоять и все, ничего не делать. Мне кажется, это стратегия на миллион. А, Вадим, ты опять персонаж, у которого пилка на скорость атаки и передвижения, и тоже кастер, да? Так, понимаю. А, о, Дима. Да, задолбали, что за избиение? Не, я сейчас, кстати, могу проиграть, у меня вообще фуфло герой. А что у тебя, Димасик, за билки? Корни есть. Есть этот огонь, который дает атаку. Короче, что есть, то ставлю. И шоквейв. Сотку на Димасика. Димасик продал. У меня даже сумонов нет, считай. Так, сатиры. А, блин, ну ладно. Блин, у меня 2,5 F, это отстойно. Понимаю. Димасик! Он победит. Да как, лайфстил? Димасик, ну, у него балки. Давайте я лайфхак вам дам, ребят, смотрите. Чё мне 19 рублей всего дали, я недоволен. Шакитарику считать лайфхак. Вот где у вас спылы нарисованы, там глазик есть. Нажимайте на глазик, и слева у вас появляются спылы, у кого какие есть. Да ладно, блин! Я в прошлой катке сделал это раз 15. Молодец. Но, по-моему... Учитывая, сколько раз все спрашивают про спу, мне кажется, надо напомнить. Так зачем вот, это знать, если можно понял, спросить? Почему я сказал это столько раз? Типа, почему я сначала так сразу же сказал, как это выбирать там персонажей? Я не знаю, зачем ты это сказал, тебе весело было, неважно.
Ясно. Наехал на меня просто так, а потом отмазался. О, а можно же меч на голду купить. Вы, кстати, будете покупать меч, который голду дает дополнительную? Я вообще его ценность не ощутил, если честно. Я все на ставках поднял. Ты о чем, блин? Он, кстати, 40 дэмэдж дает. Ну да, рядом платишь, 100 голды дает. У меня в кармане. Звездопад! А, звездопад автоматически кастуется? Офигеть, да. Вот это круто. Там написано, требуется каст или не требуется. Стампит, к примеру, тоже автоматически кастуется. Да, что-то горелка не очень крутая, конечно. Хотя... 40 дэмэджа. У кого-то проблемы. Ладно, куплю меч на голду, надеюсь, он крут. О, что-то Серега отдается. А что Серега такой нубас? Смотри на его обилки, а потом... Не, ну это грязь, если конечно. Если не разговаривает, то он все. Можно все жизни отдать на одной арене вот с этим перерождением. Но... странным. У него всего одна кастовая обилка, когда у него весь смысл в том, что у него 81 интеллект, то есть мана. А, лол, у него реально сила 1, ловкость 1. Блин, Дима сильный? Дима, наверное, победит, не да? Не особо. Дима выжигает ману. Ну вот я не знаю, но вообще работает с вампиризмом или нет. Я думаю, не нет. Знаю. Но я, ну, сотка на Диму отправилась. Там написано уникальный модификатор атаки. Это будет настолько... Ну, у Сереги, блин, 1400 маны. Блин, ну... Не, если я ее жгу, то это прям упает. Ой, вот. Я не успел нажать. Ну сейчас, короче, если Серега победит, то он заработает много денег. Как я в прошлой игре. А что, Дима, ты выложил айтем-то? Серега побеждает, походу. У него... Ну я пожечь ману. Просто так. А, пожечь ману. Серега косарь получил. Офигеть. Вот Серега хитрый. Ты такой, Азаф и кашел, типа я слабый. И потом на арене проигрывает специально. Да. Он только что купил Poison Dagger и стал в разы сильнее, потому что у него 50 ловкости стало теперь. Теперь он может стрелять быстро, и он не будет так умирать, как умер в прошлый раз. Блин, грустно. Серега, молодец. Да Серега такой дурак. Хитрый и молчит, главное. Сидел, молчал тихонечко всех. Обманывал. Тихонечко. Ну вот ты злодей просто. Можно мне с Серегой подраться? Блин, я хотел взять просто автоатакера, а в итоге я кнопки нажимаю. Что такое? Зато первым прохожу. Да. Но здесь, конечно, 40 бонус голды за первое место в прохождении волны. Это прям мечта, конечно. На 7 голды больше, чем я. Надо понерфить, надо 39 давать. Это слишком много. Что-то я это выложил в эмпирин, и все равно ману не жгу. Прикольно. Не жжешь, ты уверен? Дима. Она работает. А хотя, может, рефорджи? Не знаю. А, вот сплэш, кстати, есть. О, два сплэла, ё-моё. Ух ты ж. О, так, вот это. Интересно, что стоит брать второй сайленс? А надо стампит кастовать или нет? Наверное, не надо. Блин, ну я сейчас обилок-то классных понабрал. Ну я не знаю. Так, я что ли дерусь? Ой. Вадим, ты сильнее? Не знаю, у меня фингер есть тут. Ну и так я нубас вообще. Поставил 12 рублей на Вадима. Я поставил на тебя доширак. Доширак 12 рублей, думаешь, стоит? Ну, Ролтон. 12 рублей сейчас ничего не стоит, по-моему. Стоит. Доширак. Ну, бич-пакет. Реально? Да. Ну, по акции. Акции? Почему я получил так много урона просто так? А, потому что ты изнул. Алло, палец-то свой убери. У меня больше палец. Гаси, гада! Кого бьет птица, блин? Птица дура. Гаси, гада! Взорви об него просто. Звездопад! Старфол! Я победил.
15 голды. Димасик, эти 3 голды разницы просто посвящаю тебе. Так этот Шадоушторм подошел в то место, где звезды падали, ну бац. Да я затупил. Ну там я просто по-другому бежать не мог. Я подкинулся. Ну я еще контролил, я отправлял. Я думал, блин, сейчас автоатакера возьму, а тут в итоге я каждого гоблина вручную на гадкого Шадоушторма отправлял. Вообще, блин. Гадский я, конечно, в этой ситуации. Остановите, стопните. Нормально все. Пока. Все хорошо. Рады были познакомиться. Изи просто. Изи первым прохожу. Не, если б я не лагал, я бы первым прошел, блин. Не, у меня лучший пик. А че я начал лагать? Что за фигня? Все же хорошо было. Ну как же так, я так мог спокойно выиграть, просто если бы не испугался твоего пальца смерти. А вы покупали перчатку, типа, что шанс кинуть камень во врага, который вас атакует? Я в жизни слышу такое. Серега, зачем тебе вот маска смерти? Объясни, пожалуйста. А Серега сейчас опять АФК-шера такой разыгрывает, типа, меня нету тут. А я тоже купил. Ты говоришь, Серега, зачем тебе маску смерти? Я в этот момент на маску смерти кликаю такой. Нет, тебе понятно зачем. У него просто очень много маны и хп нету. А. А, блин, светопад скорее. Ой, а вы там что-то ставили? Я даже не ставил на дуэли, ничего себе. Забыл. Кто, а кто выиграл? Знаю, я стараюсь не смотреть выиграл. Вообще в тот угол. Наша ставка выиграла. Нормально. 80. Я не могу билки прокачать. А косава что-то улучшается лайфстильное или это финальное? Да, на следующей странице. А это мог. Там Blood свой. 50% лайфстила, 120% атак спида, вот это да. Крутяк, чё. Стамена Бёрд не работает, прикольно. Ну репикни его. Ну я уже и так потратил еще 1500 на Крабус. Ну. Ой, они умеют кидать волны этого, нифига себе. Сдохни, гад, надоел. Ну чудо, я третьим только прошел. Ну ты же у меня босс, а у меня все ауешное такое. Четыре с половиной тысячи стоит фулл айтем на Magic Resist и Defense. Кстати, неплохой. А, так, чё, а кто сильный? Кто сильный-то? О, господи, опять. Хватит меня избивать. Фу, Димасик. Димасия. Ой, сейчас этот Дима прокачается. Дима, кстати, неплохо есть всякую фигню. Жгет у тебя маны, не? Вообще пофиг, да? Эй, Димасик, убивай его, алло. Вообще шикарный айт. Димасик, Димасик! Вон Дима косарь получил. Дима хорош, да? Поднимется. Офигеть вообще, что? А вот Дима опять? Так, ладно, я понял, я несколько раз ставки выиграл, все, больше в этот уголок вообще не смотрю. Я сейчас, я бумажкой себе заклею просто эту часть экрана. И будешь экран двигать так, чтобы было видно, да? Да. Надо закодироваться от ставок, нафиг. Ой, блин, я спел зачем-то заюзал. Надеюсь, когда ты пропадешь. Инсигрейт, вот этот работает, точно. О, скелеты. Таунтичи. Ого, у Димы скелетов там. Ой, я чуть не сдох. Не с таунтом. А мне и... опять боссы пошли, блин. У меня же все спылы по площади бьют и боссы, блин. Ой, я, кстати, все спылы прокачал, у меня 0 плюсиков. А, кстати, если спыл отменить, то потраченное на прокачку возвращается или нет? Вроде нет. Серег, выкинь маску смерти, у тебя, тебе надо монопул повышать. Жень, не учи меня, как играть, я все знаю в этой карте. Нет, ты, конечно, молодец, но типа, блин. Я поставил на Серегу, не удержался. Бумажка не сработала. Кто дерется?
Ну-ка, кто там? А, суши пришли. Просто уничтожил Shadow Storm за секунду. Серега молодец. Не, ну блин, мне очень не нравится в этой карте, что бонус за прохождение волны настолько ничтожен, что ну особо нет смысла. Нет, на самом деле мне не сказал. То есть... Ну, 59, а второй получает 49, то есть... Ну блин, а вот я, например, получил 29, и то... Дима, из-за нишрейта у тебя нет вампиризма, ты можешь так умереть. Ну, то есть разница 30 голды, она ничтожна. Там, на самом деле, в той версии там куча, ну, в оригинальной версии куча бонусов. То есть имеет смысл, типа, пытаться пройти через... Ну, вы поняли. Через мы поняли, да. Через я быстрое прохождение волн, да. Сейчас вот я, типа, собрался в быстрое прохождение волн. Почему это не ставить? А чё, а? Вы деретесь? А кто победит? Все уже научены горьким опытом. Серега, наверное, мне кажется. Я опять дерусь с кем-то, что ли? Не верю в Серегу. Ой, Вадим, ну давай. Килограмм стручковой фасоли на Вадима. Ты кто победил? Я выиграл. Кто мог победить? А? Я выиграл. А, отлично. Гадский Серега. Ой. А чё ты, Серега, такой сильный-то? За счет мана-щита то, что? У меня 7 пассивок и мана-щит. Ну, у него еще это там Poison Dagger, который 135 урона в секунду, а сейчас это очень много. А-а-а. Блин, ну я сломаю. Смотри, тогда Immolation. У меня выжигание маны, у меня увороты, дикая скорость атаки, усиление атаки, возврат урона и станы. Че это такое вообще? О, армор. 20 армора! Вот это поворот. Сейчас, может, я бы и Серегу убил так. Ой, что-то уже пошли такие сильные крипцы более-менее. Мультикаст. Сдохните, уже надоели. Очень крутится. Так, Дима... Прикольно, кстати, Wardrams скилл такой есть. У Димы вообще нет предметов, да? Прикольно. На меня посмотри. Не смотри на меня. Там опять меня какое-то прячет. Непотребство. Серега прячет. 300 на Shadow Storm. Не знаю зачем. Он сольет. Верните мои деньги, я передумал. Ты абсолютно прав. Скорее всего, я солью. Так, ну давай посмотрим, кто больнее бьет. А, я залагал. Отстань. Кричи, Shadow Storm, кричи! В фокусе, да, это, в фокусе! Я случайно суициднулся. А чё ты в возвратку? А чё, как ты? Я попал пальцем не в Серегу, а в его голема и умер. В себя. Короче, возвращает урон даже магически. А ничего, что я с тобой дрался? Тиму, я чё-то... А неудивительно, что не попал Серегу, конечно. Понятно. Ну, Серега. Тогда у тебя шансов было вообще немного. Да. Короче, Wardrams, у нас такой спелл, типа пассивка. Он дает этот, ну, перманентный бонус к атаке, типа аурой. Вот 45 юнит, ну, всем вокруг. Есть ощущение, что Вадим специально ставит людей, которые будут проигрывать. А, работает. Че, это барабаны типа на сумонов или что? А, да, да. Не, не на всех, они у тебя тоже работают. Фонари. Типа просто 45 атак. Ну, кстати, это круто. Блин, это вот в той игре с сумонами, конечно, мне помогло. Да, хотя на змейке это не работает, так что фиг знает. Да? Ну, змейки, да, они же типа здания. О, да, Феникс. Скажу. Так. Кто крутой, желтый или красный? Можно собрать из сломанного меча. Починенный меч, не знаю. Брокетсворда. О, есть щит, 35% от геройских максимальных хп. Прикольно, кстати. Да, ну, прошлые карты. Можешь собрать Stone Crusher на первой странице, он станды, шанс стан дает. Что, меня поставили? Нифига себе вы. Что, с деньги? На первой странице внизу четвертый айтем или третий. Молоточек такой. Первая страница, четвертая. Ну, короче... Первая страница, последний ряд, четвертый айтем. Наконец-то денег заработал.
А, Broken Sword действительно есть шанс у нас. Ну я просто, а блин, будет ли это работать? Хотите сказать, что выиграл? Не Вадим, да? К сожалению, да. Да, деньги для желтого. Для Димасика. Хотел же на Диму поставить. Ну по стрелке по итогам Вадим должен выигрывать. Ну видишь, что-то не работает. Но не сегодня. Блин, я Stone Crusher купил что-то зачем-то. Там же еще... Блин. Что происходит со мной? Меня прокляли, короче, я не знаю. Ты самый жадный, но ты не очень хорошо делаешь ставки. Да. Как-то так это работает. Ну это старый Кости уже у меня, он герой говорит. Ну это старый Андрей. Андрей еще молод. Зато я первым прохожу волны. Вот. Почему? Я типа закончил, и у меня еще 2 секунды герой стоит, ничего не делает. Ну так обдумывает происходящее. Типа, что за бред? Ну вроде так у всех. Да, у меня то же самое. А если я репикаю, у меня же возвращаются очки, да? Да. Ага, сейчас. Они возвращаются. Нет. Да. Они возвращаются. Да, возвращаются. Крабут. А, армор вражеский я снижаю на 21. И ого! Вот эта вещь на коляске, она дропает книгу на 2 уровня, если мы ее убьем. Но она очень сильно регенится. Ого, забавно. Зажимаем, зажимаем. Почему не регенюсь, интересно? У меня башни много. Нормально. Кто победишь? О, нормально. Во, давайте окружаем, убьем. А я Серега дерусь, что ли? Я сломаю. Нам нужен тот, кто кого не снижает, и тот, кто очень быстро бьет. А почему у нее ник Артемениус? Почему у Димы, кстати, половина хп была от Я не знаю, у меня, кстати, на арене половина хп была, это вообще класс. И маны. Да. Блин, гадкий Серега мультистанет еще. Знаете, в чем прикол? Я на арену портанулся в таком состоянии. С хп без маны. Это же жестко. Ну ты выжил, надеюсь? А? Должен был выжить, уже сильный. Что-то Диму зажали в углу. Дима, где лайфстил-то у тебя, я не понял. Голема очень сильная. Дима, где лайфстил? Дима, ты можешь просто убежать. У него нет, у него не снижает, он не может лайфстилиться. А, ты Дим типа лайфстил? Минус одна жизнь. А, нет лайфстила, да. Так. И все, теперь уж. Ну, сейчас уже достреляешь. Это как бы почему у меня 2 жизни осталось? Потому что тут 3 жизни. Потому что умер. Серёге вот одна осталась. Серёга просто ни разу не умирал, поэтому вообще офигел. Серёга ни разу не умирал. Ой, вообще я, видимо, вначале где-то умирал, я Серёга даже не заметил. Впрочем, я отвлекался вначале. Да мы видели, да, как ты. Да, все нам западло. Ты очень сразу. Так. Блин, я что-то зачем-то все на атаку собираю, непонятно зачем. Надо на жир что-то собирать, такое. Знаменитый тауренский автоатакер. Не, ну он как бы типа рассчитан на то, чтобы бежать быстро. Давай, Карл. Я с него костер собираю почему-то. Деньги. Ой, я даже кринил. Деньги. Так, что там, Гладиус и Broken Sword. О, вот это крутая штука. Ну что ж, Серега или Дима? И вы правильно поняли, что Джарлокс я нажал Серега, а хитрый Димой. Блин, а кто из вас сильнее реально? Серега, наверное, сильнее? Я не знаю. Кто-то из них. У кого вампиризм? Я поставил на Серегу, но надеюсь, что победит Дима, поэтому... Блин, а мы все поставили на Серегу, лол. Ладно, я соточку ради вас поставлю. О, все, Шадоштор минус сотку разпилим. Много. Я не удивлюсь, если Шадоштор сейчас 200. Если я срублю еще 200 заберет. Я удивлюсь все-таки. Не, ну у Сереги же мультистаны есть. А кто выиграл? А вы, ну, Серега выиграл. Обычно выиграет тот, у кого есть вампиризм. Ну, там было близко, на самом деле. У Сереги уже этот, кончился армор, я уже попрощался внутренне со своими деньгами. И это к вопросу о том, зачем Женя мне вампиризм. Ладно, все. Молодец. Умный, молодец. А чё ты мультистаны? Что это такое? Типа пассивка, ну, у тебя пассивка какая-то или что? У меня шанс на стан есть, да. Всё. А какой это спелл? Вот который красно-чёрный? Да не, ну просто обычный вот баш. Обычный баш, да. Плюс выжигание маны, плюс яд, и сейчас я ещё купил ещё один артефакт, который... А выжигание маны-то работает у тебя или нет?
Я не знаю, но должно вроде. Я вот не очень, ну, я насколько понимаю, не работает. Да. Может быть, у меня, конечно, что-то такое еще взято, что хочет выжигание маны. А, слушай, правда, ну-ка, может... Ну, да. Банды выжигают ману, я так понял. Слушай, а реально не работает, похоже. Но оно, в принципе, не работает, то есть я все выкладываю и не работает. Да, да. Значит, я его поменяю. Спасибо. Пожалуйста. Блин, меня убили опять. У меня 3 сумона. Нет, у меня 4 сумона на букву W. Че, Вадим, кто вас вызвал сильным? 4 сумона. Вадим, это как? А кто с кем я дерусь-то вообще? Я Дуно. С желтым. Давай на Вадима тогда поставим. Это твоя ошибка. Только давай нормально это. Да не, я-то сливаться не буду, но... Не, я Диме. Проиграй достойно. Я верю в желтых. Команда желтых, вперед. Хотя там фениксы, это опасно, но... Какие фениксы? Желтые, вперед. Ну, я китаец. Ой, мне кажется... На. А чё я стою-то, алло? Алло! Дерись, дружок! Я был прав? Конечно, ну, Бас, я же сказал, не ставьте на меня, я бесполезный. А я выиграл. Не, вы все еще продолжаете на меня ставить. Сколько мне раз надо проиграть, чтобы вы разочаровались такие, типа, ну все, тут шансов в этом нет. Хотя я на тебя не ставил, но это не важно. Блин, скиньте 700. А, здесь нельзя скидывать. Ну, можешь айтем выкинуть. А он забирает. Ты не можешь его поднять. Да ну блин. А может я могу передать попробовать у тебя? Нет, я не могу, ты просто насквозь проходит печаль. Я не жадный, я бы дал. Я знаю. А как продать кольцо? Айтем, надо свернуть магазин или что? Ну, в рынок стоит. В рынок. А, вверх, где зелья, да, продаются, типа? Да. Ну, кстати, уже нормально голды стали давать за прохождение. А куда-нибудь вот, инк, наверное, что-то инк, работает, там, ребят, куда-нибудь собираются, нет? У криптов, наверное, отлично работает. Что спрашивают шакидарики? Ринк оф Биздом куда-нибудь входит, нет? Да, сейчас скажу, где-то я видел. Пипец, вы видите, как я выживаю? Мас, надежно. Да-да. Это в магический предмет какой-то входит, сейчас. А, вот. Да, что, шакитарик или Дима, Ну не я, скорее всего, скорее Дима. Да ну, я даже не знаю. У меня все гоуедим, у меня особо ничего нет. Ооо, у тебя супер айтем какой-то, который я коплю как раз. Я на тебя случайно кастанул, так себе. Это, как ты это сделал? Ну я был прав, что китарик, хотя я вообще не видел ничего, я реально поставил ноугард просто. Офигеть вообще. А чё по тебе вообще не дамажу, прикольно. Ну типа у меня армора до хрена и больше. А, шикитарик. Так а у меня кроме армора, ну, урон всякий там. Кроме физического полно. Да у меня физического так. У меня 8 тысяч хп один просто. Да, у него же супер дорогой вот этот тайтем. Все, я вот почти ставки не делаю, вообще настолько жизнь лучше стала. О! Спайк стол. Да, этот айтем еще на 1000 хиляет, это вообще круто. Ну что-то мой звездопад уже не тащит, конечно. Жизнь. Я уже даже не первым прохожу. Многие массовые обилки. Многие массовые обилки очень сильно падают в ульту. Кроме этого, сейчас скажу. Улича ульта, забыл, как она называется. Ну да. Она, кстати, не кастуется, и она сама, типа... У меня, кстати, один репик есть, я могу какую-нибудь фигню забрать. Но вот у меня, например, 35 армора аура, это же круто, наверное, надо оставить. Потом снижение урона по мне. А, я что, я дерусь? Да. Ой. А, со мной, что ли? Как раз уходить уже сейчас надо будет. О, это я еще и слился, отлично. Офигеть! Вадим, подходи. Я не против, чтобы ты подошел ко мне. Алло! Я убегаю, Вадим, если что. Охренеть. Ты же вампиришься, да? Тогда ты, скорее всего, живешь. Да не, блин, я надеялся тебя с душом забрать. Охренеть. Чего? Ну, самонов. Да. Ну, я полностью сунул до самонов. Там этот Mountain Giant, у него атака 2-2 плюс 430. А, блин, у меня щит активировался, 8, это, 50 армора давало. Что-то
твой, давай, гаси кентоса. Не, ну звездочки против соло-боссов, конечно, это мечта. Вообще, просто там по 50 дэмэджа с потолка падает. По 50 ты не качал, у меня по 500. Да не, не 50, ну, 559, конечно, но... Что? Почему он такой дешевый? Ну, серьезно, такой дешевый? Что дешевый? Clock of Shadow. 1600 стоит. 1600. А, ну да. 10 тысяч хп, нормально. Гада даешь. Надо сколько копировать тебя... Женину сборку, короче. Ну, сборка называется силовик, «Закупиться книгами». А, так я тоже силовик. А кто дерется? Ой, я не успел поставить наши гитарики, потому что он спустя победить. Я 32 рубля поставил, вот теперь реально душек. У тебя тоже? Офигеть, что, вообще. У меня 34. Блин, я надо хотел... было уходить, что ли, с этого, непонятно. А все, ну, я проиграл совсем, как что ли? Как же так, я мог ставку поставить столько. Я ты проиграл, Серега, такой. Нифига ты. Ты проиграл? Да, что-то... я забыл мана-щит заюзать, и все, меня убили сразу. Да, это проблема. А у меня он в прошлой игре вообще не вырубался. Так он у меня вроде тоже не врубался, а тут взял и вырубился, я просто увидел как-то. Ну все. Если ты... Печаль. Топ-10 пранков вышедших из контроля. Используешь иллюзии, умираешь, и еще что-то тогда падает. Не, надо, наверное, да, защиту от магии что-то собрать. Завижу. Вот, вот иллюзии тебе избили. Это просто обидно, это реально очень обидно, когда все в порядке, и ты просто... А, и да, иллюзия сбивает же. А что-то у нас все меньше и меньше становится, алло. У меня птицы решили покинуть арену и просто улететь. Что такое, это не F, что ли, а это D? Ой, я первым закончил. О нет, это Shadow Storm. Валим. Боятся его. Смешно. Блин, я хочу великой дуэли. Где вот эта вот дуэль? 7 раундов до нее еще. А, о, скоро, ура. Так а че опять я дерусь с этим Женей гадским? А почему правда опять мы деремся? Я не знаю почему, но это очень странно, вы деретесь. Ой, я в тебе вижу, сможешь. Wild Knight решил 3000 поставить. Да так. О, это Shadow Storm. Давай, короче, такую тему. А, блин, я с Женей дерусь. О, Женя, давай, да. давай гопанем. Давай такую тему, да? Блин, а чё я купил Баши, а Башу... А, у тебя типа свой врождённый или что, Баш? У Феникса 1100 атаки магической. И ещё Баш. Я всего 500 голды, я получил 500 голды с этого, как-то мало. Надо было гопануть Shadow Storm на деньги. Ну, у меня гопают, да? На самом деле, да. Не так все гопают. За что? А, зато хоть, зато когда я дерусь, я не могу поставить, соответственно, я не теряю деньги, это гениально. А, Moonstone я еще не собрал, да? Я забыл про желтые плюсики, у меня 12 поинтов, ёпер, ух ты. Да там не вроде не особо там. Огненная панда у меня. Нет, они хорошо помогают, конечно. Ой, панда вообще геморройный геройчик. Я стоял ее, ковырял что-то. Не, панда у меня было... типа братва. Пандина братва. Если бы у меня еще мультикаст был, я бы мог призывать просто миллионы суммонов, реально. А у меня нет мультикаста. Я расстроен. Эх ты. Я в печали. Так, ну тут я догадываюсь, что выиграет Шкитарик, мне кажется. Или нет? Кто дерется-то? Димасик с Шкитариком. Да короче, улыбка Шкитарика, какая разница. Хотя это ошибка, ого, потому что он можно все потерять. Давай гопанем их, Жень. А ты меня запаришься убивать, у меня типа хп много и армора. 222 голды, 2222 голды тут на кону. Дайте хоть раз мне выиграть. У меня косарь дамага есть. У меня есть ощущение, что у меня что-то украли. Счастье у тебя украли. Ну, возможно. А, блин, это на D почему-то. Здесь вроде как этот, спылы стандартные, а Finger of Death почему-то на D, а не на F, как обычно. У меня, напомню, 4 призыва суммонов на W. Это очень приятно, очень лаконично, удобно. А, нет, кстати, да, я же могу на косарь подхиляться, но... Не, ну я был близко. Я нормально сейчас заработал денежек. Я могу прям закупиться по полной. Ну, я 400 голды заработал с этой ставки. Я еще ни разу не закупался по полной в этой игре. Поставив 2000, я заработал 400 голды сверху. Так себе, конечно. Скажи спасибо, что хоть что-то заработал. Меня особо никто не ставит, поэтому... Да, тут как-то сложно против тебя ставить. Блин, а у меня не фулл мана в начале раунда.
Жесть. Я боюсь что-то куда-то кликнуть, чтобы он атаковал, главное, лайфстилился. Офигеть, я жизнь потерял. Вадим, что так больно, подожди. Вадим, помнишь, ты собирал фигню, которая дает 5% урона от маны, да? Своим существам. Да. Ее надо прожимать. Я, кстати, почти проиграл, ребят. Почему я проиграл? Я сам не знал. Я успел дойти до тебя, убить тебя. Блин. Так, предпоследняя волна, я так понял, там, или ну как. 3250, да. Офигеть. Я так хочу купить армор за 9000, но потом так... Это дорого. Нет денег. Дайте денег. Блин, я что-то айтем продал. Давай, давай. А, блин, мама, у меня подхил есть. Все. А, оказывается, подхил и бонусный армор, у него очень маленький КД. Прям вообще супер маленький. Он еще 5 маны стоит. Посмотрите на мой закуп и скажите, что. Так, я дерусь шакитариком, ну зашибись. В скобочках нет. Так, надо репикнуть, короче, этот щит. Моноберн. Моноберн, я так понял, это не очень тема, да? Ну, да, вроде как не работает, говорят. Ой, я не успел. Черт. Офигеть, у меня босс рассыпается просто. Блин, что-то Blizzard вообще какой-то жесткий. Сколько там дэмэджа на волну? Почему Blizzard? Я тебя башами убиваю. А, башни. Баш теперь у вас плюсиков достаточно, чтобы промаксить все билки. Баш понимаю. Чистый урон, видимо, наносит, да? О, Battle Royale ну, через минуту. Батл этот, он 600 чистого урона наносит. 600! Не чистого, просто 600. 50% будет шанс ударить с башем и 600 бонусного урона. Передаем привет автору карты, да? Так 600 это немного. Ну, блин, каждую вторую атаку раз в секунду 600 дэмэджа. Китарик, ты думал, ты один жирный? У меня тоже 10 тысяч жизни. У меня 12. Так, что он хорошо гладился. Я причем и там еще я ману выжигаю. А, да, объясняю. Сейчас мы вот появимся вот здесь, в разных частях карты. Карта. Не надо объяснять. Ты же понимаешь, что мы не видим твои пинги, да? А, точно. В самом низу, короче. А как ты понял, что я пингую? Ну, потому что ты говоришь, сейчас появимся вот здесь вот. Ну да. Я просто... Ой. Человек завис, что делать будем? Brain is dead. Чё? Во что вкладываться-то, а? В биткоины, говорят, хорошо, блин. В книжки. Это хорошо. Биткоин? А правда ли это? Ты понимаешь, что люди подумают, что это лет 5 назад снималось? Нормально, биткоин сейчас 11 тысяч, если что. Где враги? Где вы, ребята? У меня все равно нет одной жизни. А тут надо остаться последним или что? Надо, да. Убить всех, остаться последним. Это самый настоящий Battle Royale. Арена уменьшится через 2 минуты 40 секунд. Где все вообще? А, она реально будет уменьшаться? Да, я никого не вижу. Я с животными дерусь. Если кто-то скажет, что Вадим, что ты от всех убегаешь, я валю оленей. Я вижу Диму, Дима, стой. Вадим, ну им разве. Дима, вернись. Да ты же нафиг. Понимаешь, что я единственный, кто могу тебя победить. Ты хочешь меня сразу устранить, да? Димка, давайте вообще надо устранить самого сильного. Самый сильный из нас это Шикитарик. Кстати, а Вадима я больше не прибиваю, потому что Вадим оказывается имба. Где неожиданно, ты на... Вадим, имба. Я спрятался. Трогать. Меня здесь нет, мне кажется. Бля, а чё они такие толстые, непробиваемые-то, а? А, ну, он смысл Бёрного Голема в том, чтобы он просто танчил. Не, Вадим, тебе со мной драться не выгодно, надо бежать. Все-таки, оказывается, я чуть-чуть мощнее. Да. Хоть так, бы маркеры где ставили, кто где. Мы можем объединиться против Шакитарика, это я. Давай, не я не против. Тарик, мы выиграем. Я кролика его, убью, как минимум. Гасим Шакитарика. Так, это желтый, желтый. Хочешь драться? Давай, иди сюда. Вы скажите, где вы? Я помогу, я приду драться. Я в центре карты. Я очень хочу. Блин, тут звезды падают. А вот, Димасик. Если они попадают? Да. Гаси Димасика. Ты посмотри, что я делаю просто с них. Ой. Сейчас. А, блин, Женя сзади зашел, зараза. Женя, меня послали, я пришел.
Я дерусь, блин, с Вадимом, думаю, что не так? Почему у меня ХП уходят, а Вадим меня при этом не бьет? А Женя же гном. Так Женю давайте гасить, Женя самый сильный, алло. Блин, фениксы навсегда исчезают, обида. Гаси, 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 гаси гнома. Я далеко, я далеко. Ёбрстэ, мне плохо. А кому-то хорошо. Жесть, а чё этот гном неубиваемый, гад? Мана закончилась, нормально вообще? А вот и гном, реально. Просто фениксов, звери гномы бегают, ёбрстэ. А вот, нормально, нормально, что за шторм, гаси его. Я в процессе, но... Да не делитесь так, вы друг с другом, бипасы. Он убегает от меня. С радостью. Там многовато, ребят, тут. О, Женя, лоу хп, нормально. Ну типа объединились, убивайте меня, так интересно. Там да. А он воскрес! Пранкеры чертовы. Почему я умираю? А почему он воскрес? Какого черта? Да я не бегаю за тобой, я убегаю от Жени. Всех по три жизни. Иисус Христос, Господь. Значит, вы одну жизнь ему сняли. У всех по три жизни, напомню. Офигеть. А как, блин, мы половину времени убивали? Да хватит убивать друг друга. Ну, басы, нам надо... У нас есть цель. Убить кролика. А вот арена сгущается. Ой, это ты. Сгущается арена? Со временем. Да. Так, это сумерки сгущаются, враг ждет нас. Вон он там справа снизу. Сидит в сгущенке. Гасим гадского Женю! Ай, блин, я в лягушку. Женя, кажется, убегает. Просто Женя не хочет драться с нами. Я на самом деле просто стою на месте. Женя, здорово! Я пришел к тебе. Ты хочешь подружиться со мной? Ой, куда, Женя, я не вижу тебя, где ты? Офигеть, кстати, тут у меня есть контракт моему этому, потому что я. А где Женя вообще нафиг? Я переродился. У Жени нет сплоша против змеек, потому что я закрыл его змейками. Нормас, только тут звери бегают, а они не лгут. Справа бортик подходит, слева. Ай, мама, больно. Вадим вниз. Там. Надо было вниз. Мы все, мы встряли. А я за бортом. Я не отпущу тебя. Можно за бортом ходить и долго не умирать еще. Интересно. Ай, блин, ледяной дождь. Человек за бортом! Я застрял, почему не могу двигаться? Блин, я закончил четвертым, черт. Гасите Женю, главное, вон он там. У меня ящерица, я не могу контролить столько змеек, они сами кого-то бьют. Бей Женю. Что происходит? Цепочки какие-то. Ой, я победил. Что вообще произошло? Ай, лам. Шазашторм, повелитель зверей, а что происходит? Что за графика? Что за высококачественный контент? Заставка того, что ты побеждаешь, помните, нам рассказывал? Графоний пошел. Что-то это не, карта, я... где я вообще ничего не могу сделать, я не знаю. Вы просто хейтеры, я не знаю. Так нормально, мы объединились против самого сильного. Батл рояли все так делали, я правда раз не играл. Надо притворяться слабым, чтобы убежать тех, у кого больше шансов победить. Ю-третий. Я на почетном четвертом месте, не буду уточнять из скольки. Ладно, друзья, всем пока. Спасибо, что посмотрел видео до конца. Я прилетел на крыльях ветра проверить, поставил ли ты лайк.